Кто такой инженер? Инженер – это который делает всякие приборы, машины, утюги. Делает всякие фотоаппараты. Изобретения он делает. Тот, кто делает всякие машины, автобусы, автомобили, корабли. Тот, кто проектирует разные полезные вещи. Кухонные приборы, строительные приборы. Он изобретает какие-то электрические игрушки, которые на пульте управления работают. Он занимается чертежами. Хотел бы ты стать инженером? Хочу, потому что можно придумывать изобретения и испытывать их. Да, хотела. Ну, чтобы изобретать всякие там машины тоже. Конструировать. Хотела. Чтобы делать, ну, для всех автомобили. Если бы я была инженером, я бы изобрела единорога. Хотела. Потому что инженер делает те полезные вещи, которые всегда нужны людям. Поздравь всех инженеров с профессиональным праздником. Я поздравляю всех инженеров с праздником. Пожелаю им хорошего конструирования, чтобы у них все получалось. Инженеры, спасибо вам, что вы делаете машины и всякие катеры, чтобы нам было удобно ездить на всякие долгие расстояния. И желаем счастья, и чтобы у них всегда все получалось. Чтобы они полезные вещи делали. И чтобы, когда они что-то делали, чтобы оно это не ломалось. Я желаю, чтобы у вас были новые изобретения.